Ну, судя по тому, как вы принимаете такого рода песни. Спою вам еще одну песню, совсем недавно она тоже появилась у меня. Это уже из новой программы. Но вам сегодня обещал, что несколько покажу. Вот одна из них, чтобы, так сказать, с официальной частью закончить. Но эту песню очень люблю, тоже там не пустая. Для меня, по крайней мере, это «Раз мое сердце». «Ты в раю» про нас. И наступит день, и наступит час, все на этом вдруг закончится для нас. Мы с тобою ничего не соберем, придумаешь иллюзию и внешний дом. Да. Бесконечный год и старый упром, по горам и по равнинам и в подъем. К финалу мы приходим из последних сил, что-то накопили, но уже лежим, да. Мы про Бога и про небо не хотим, воспаленное сознание натвердим. Слушай свою душу, жги отсю, посмотри здесь, сколько кайфа ты в раю, посмотри здесь, сколько кайфа ты в раю. Если просыпаясь криком по ночам, от удара в сердце Боже, что же там? Значит, ты не умер, значит, ты живой. Шанс попасть тебе домой, к себе домой, к себе домой, к себе домой. Пропиваем, убиваем, унижаем, возменяем, мы друг друга, мы снижаем день за днем. А душа летает, плачется, испачкалась, а значит, мы даже крошки хлеба не даем. Нас несет туда безлые голоса. Я хочу остановиться и живой воды напиться. Вы меня за все простите, небеса. Все! Пропиваем, убиваем, унижаем, мы сменяем и друг друга, мы съедаем день за днем. А душа летает, плачет, вся испачкалась, а значит, мы кровь и хлеба не даем. Грех безумное влечение, непонятное течение нас несет туда без злые голоса. Я хочу остановиться и живой воды напиться. Вы меня за все простите, небеса. Вы меня за все простите, небеса. И наступит день, и наступит час, и наступит день.